Вечером 12 октября на улице Щеглоска-Засека в Туле водитель старенького отечественного ВАЗа влетел в забор тульского филиала московского протезно-ортопедического предприятия. По предварительным данным, водителя задержали очевидцы, и они же передали его сотрудникам ГИБДД. Судя по следам, ВАЗ следовал в направлении к Новомеднинскому проезду, но в районе дома номер 3 по улице Щеглоска-Засека резко выехал на противоположную сторону дороги, пересек тротуар и врезался в бетонный забор. В момент ДТП за рулем легковушки находился 30-летний мужчина, который сообщил, что машину он купил сегодня вечером у своего друга, поэтому якобы оформить документы еще не успел. По словам водителя, который, кстати, не получил никаких повреждений, его подрезали, и в забор он врезался, пытаясь избежать аварии с другим автомобилем, который скрылся. Отметим, что мужчина отказался от освидетельствования на опьянение. Впрочем, судя по стойкому запаху алкоголя, освидетельствование было лишь формальностью. Сергей Стариков, Телетула.